В диспансере на иммунодиагностику детей запись открыта каждый понедельник, вторник и пятницу. В первую очередь степень развития туберкулезной палочки проверяют у маленьких пациентов, стоящих на учете в медучреждении. Однако проверку может пройти каждый желающий. Иммунодиагностика, иммунопрофилактика туберкулезной инфекции является единым комплексом, который осуществляется для ребенка с момента его рождения и, соответственно, до достижения 18-летнего возраста. С рождения ребенку на 3-5 дне жизни делается в родильном доме вакцинация вакциной БЦЖ, в частности БЦЖ-М. Практически 85% всех новорожденных проходят через вакцинацию БЦЖ в первые дни своей жизни. К этой прививке есть всего несколько противопоказаний. Глубокая недоношенность, иммунодефицит, острые заболевания и дети от ВИЧ-инфицированных родителей. Для чего это делается? Для того, чтобы прежде всего сформировался иммунитет туберкулезной инфекции и профилактировать такие грозные заболевания, как туберкулезный менингоэнцефалит, то есть поражение головного мозга, и генерализованный туберкулез, который фактически у деток непривитых заканчивается смертельным исходом. Следующая ревакцинация делается уже в 7 лет. С годовалого возраста все дети должны проходить скрининг ежегодно иммунным тестом, известным многим. Это проба МАНТУ или же туберкулин. С его помощью врачи узнают, необходима ли повторная ревакцинация ребенку. Также проводится диаскин-тест, который реагирует лишь на два специфических белка, выделяемых активно размножающейся бактерией туберкулеза. Детки, у которых выявляется положительная проба с диаскин-тестом, они уже в последующем являются детками, кого необходимо дообследовать в противотуберкулезном диспансере. Это не означает, что это детки больные. Чаще всего это детки здоровые, но так называемые виражные, то есть первичная встреча с туберкулезной инфекцией. Эти детки наблюдаются, им проводится профилактическое лечение, и, как правило, у всех заканчивается все очень хорошо. Ситуация по распространению туберкулеза в городе остается стабильной. В среднем всего 32 человека на 100 тысяч населения. Среди детей соотношение заболевших примерно такое же. Однако в 2022 году значительно уменьшилась смертность. При этом уровень смертности в городе Севастополе в 2022 году стал, можно сказать, редчайше низким за весь период эпидемического наблюдения с 1992 года. Он достиг уровня 2,87 на 100 тысяч населения. До этого самый низкий показатель был в 1992 году 4,03, а самый высокий был в 2009, соответствовал 24. То есть фактически, если сравнивать с 2009 годом, то смертность от туберкулеза в городе снизилась более чем в 10 раз. В среднем в нашем городе за год туберкулезом заболевают до 10 детей. Главный врач диспансера предупреждает, помимо регулярной иммунопрофилактики, необходимо стараться следовать здоровому образу жизни. Правильное питание, избегание стресса, полноценный сон и занятия спортом. Мария Легина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.